Кто создает? Кто шарит? Ну давай я создам. Слушай, бля, ебать порезки, нахуй, чё. Ну как ты хочешь? Я тут ножки попарил, расслабился. Ножки попарил? Да, я теперь стал практиковать. Вечером тазик набираешь горячей воды и сидишь. А чё ты мегакора не заметил, Миша? Ой, блядь. Да пошёл он нахуй, тупой. Ой. Чё-то, блядь, Паша грубо очень. Грубо, блядь. А чё в смысле? Прям грубо, пиздец. Здорово, Михаил, привет. Михаил, ну чё ты сразу в личку оскорбления кидаешь? Пошёл ты нахуй. А можно нормально говорить? Можно, только потом пиздюли дадут. Ну так уступи тогда слот, Миша, ты чё-то паришь это. Тебе надо будет говорить. Не, погоди, Миха, ты не бухой? В смысле, если бухой, тем более уступи ему слот. Проблем нет, давай. Учи уже, эликсир из крови уходит. Миш, ты бухой? Говно, да. Ты вообще в говно, да? Миша. Не, если нет, говно я... не надо, это, бля, плохо. Я больной. Это хуйня полная. Серьезно? Прямо у меня наебали, короче. Заебись, я прям знал, что это тоже произойдет. Кто последний забежал в толпу астероидов? Подожди, я могу сказать, что это вентиль, потому что я сверху делал квестик. В смысле, я одним из первых забежал. Ой, ты заболелся, согласен. Вентиль первый прибежал. Ну кто-то коричневый был. Это... Я прибежал, я вторым прибежал. По-моему, это Sly Fox забежал в толпу. Вентиль стоял самый первый, я ушел с метеоритов вниз. Он был тот, кто забежал последний на метеориты, тот трейд. А вообще, секундочку, может нахуй вас троих всех кикнем, блядь? Ну, короче, 4 чела стояли в одном пикселе на стрельбе астероидов. И прям в них килл. 3 чела. Sly Fox, Вентиль, Дацес. Ну, походу, вот, это Sly Fox. Все, троих кикаем, начинаем с Sly Fox. Он плохо. Не, типа, он ничего не сказал вообще. Сделал убийство стопудово тот, кто забежал последний. Это вроде бы был Sly Fox как раз. Ну, это не Вентиль тогда. Вентиль был там изначально вообще, блядь, со времен эпохи, нахуй. Играем дальше. Со времен эпохи. Ебать. А кто был в правой стороне? Ну, это либо ДЦС, либо Вентиль, получается. В щитах, скорее всего, убили, потому что видел, как у Пагамеры вниз побежал и загорелся реактор. Ну все, ДЦС убиваем тогда, а потом Вентиль. ГГ. Изу. Да Sly Fox сучара, ёбаная, блядь. Вот нахуя ты его убил, блядь? Ну нахуя? 300 IQ гейм, подожди, ты ничего не понимаешь. Минус 300 IQ гейм. Сучара. Сюда, блядь, брат. Ну я стою в... А он перед тем, как убить, наверное, он 2 забыл нажать. Уёбок, сука. Только доделался квесты, чтобы с кем-нибудь побегать, блять. Сука. Понос из жопы. Труп в админке возле оксиджена. Ебать. Я Женю последний раз видел в столовой. Нет, Ламыч со мной О2 делал. Я так могу сказать. Мы побежали через верх. Короче, давайте так. Первый раунд справа, кто могли убить, были Ламыч и Дацес. Плюс, Дацеса не видели, типа, Дацеса не видели на камерах. Стоял медный, не видел. Тот говорил, что он в О2 что-то делал. Остается Дацес. Все, мы нам только его убили. Женя был слева, я не был справа. А Матич, я и Миша, типа, всегда слева тусили. Ф. Изи, походу. Блять, даже не вспотел, пацаны, не вспотел. Да, не вспотел, блять. Это Дацес. На камерах, я надеюсь? Да я подтверждаю, что Миша зашел на камеры, и вот он умер. Скорее всего, второй Ламыч, потому что я развернулся. Че, блять? А Шадрич при мне только что винтанулся. Алло, я говорю...
Я говорю, подтверждаю, что Миша зашел в камеры, блядь. Я чё, суицидник, блядь, говорить такое нахуй? Скажи мне. Сейчас речь вообще про Шадрича идет. А чё ты на меня что-то пиздишь? Импостер, блядь, третий. Ну Шадрич молчит, поэтому тебе пизда. В смысле, я сказал, блядь? Я на нижнем стою в реакторе, заправляю хуйню. Чё, что Даша перед моим ебалом? Так а чё, да, Шадрич, тогда ты должен был обязан сказать, что это он винтанулся, а ты говоришь, что тебя там даже нету, нахуй. Да нажми хоть что-нибудь, Шадрич. Тебе надо было просто говорить, что это типа нет, это ты винтанулся. Тогда да. Потому что про вента другой инфинит. Нет, ты. Это Паша винтится, блядь. Мозги. Не выкидывайте его нахуй, блядь. Труп на верхнем кислороде. Винтили, я понимаю, это выглядело очень подозрительно, но я пришел снизу. Я пришел снизу и доделался квесты. Но у меня нет причин тебе верить сейчас. Ну я понимаю. Че, Ламыч въебался, что ли? Чуваки, я доделался квесты, могу побегать с кем хотите. Это просто очень подозрительно было, блядь. Я сейчас стоял на игзонке, делал квест. Я пришел снизу. Это может подтвердить ДЦС. И кто еще был? Макатава. И Макатава, ты тоже можешь подтвердить. Алло. Я не помню. А, не, Seven, сори. Да, я тебя видел, да. Все, фух, засейвился. Это значит точно не Ламыч. Это не я! Я доказал, что я снизу пришел. Кстати, Ламыч же уже второй раз, да, получается, рядом с трупом? И Слай. Ну как, не рядом с трупом Слай, просто первый труп. Я в Ламыча ручку даю. Понял. А, стоп, нет, скипайте. Понял. Бля, я сейчас заебланю. Заебись, Мак. Мак, я с тобой бегаю. Всю игру, окей? Я все квесты сделал. Давай. Рассказывайте. Мы с Макищем все время тусили. Нет, чуваки, это верняк. Надо уебать Слай Фокса, потому что он вразмен с Шадричем. У меня скан есть, говорю, еще раз. Да какая нахуй разница, блять? Возможно, два импостера в игре, блять. Если мы ебем тебя, будет один стопроц, блять. У нас Шадрич 100% импостер. А так мы-то, блять, откуда знаем? Потому что видел винты только ты. Давайте в Слая. Блять, ну это если это Ламыч, он просто мог сейчас не убивать, а другой убивал. Я дальше бегаю с тобой, чел. Это так не я, я белый. Ты кто-нибудь другой кого-нибудь убьет, ты убьешь меня и все. Нет, я с тобой вообще навсегда. Стою, я стреляю метеориты, вижу анимацию Люка в кафетерии, и опа, прибегает медный. Я подтверждаю, что была анимация Люка. Я это подтверждаю. И подтверждаю, что прибежал Мэт. Я на кислороде стою. Я делал загрузку данных в правом верхнем углу. Дозагрузился. Нет. Нет. Ой. Нет, его не было там. Там Слай Фокс стоит. Чего вы ёбнутые, бля? Алло, я сейчас стою на верхнем углу. К сожалению, около меня стоит Мэт. Ну да, потому что он через нас пробежал. Но он сейчас пропизделся по поводу правой верхней загрузки, потому что там стоит Слай Фокс. Фокс. Я с нулевой туда пошел, вы что, в глаза не ебетесь, блядь, он же кино. Ну три чела не могут в глаза ебаться, чел. Мужики, смотрите, вы меня сейчас кикаете, но вы потом извиняетесь, базаримся? Нет, извини, пока. Не, подожди, а в чем рассказ? Подождите, в чем рассказ заключается? Я обвиняю, я винтанулся где-то, блядь, получаю серии и вышел, блядь, на винт на этом, на этом, на оружейке, блядь. Вы что, ёбнутые? Нахуя мне это делать, блядь? Пока. Когда я перед вами, перед двумя пробегаю вниз, блядь, листочки выкидывать, вы говорите, что я винтуюсь. Так винтанулись, потому что... Почему? Ну хотя бы почему? Ну смотри, знаю, ты я стою, стреляю. Как я могу? Подожди, у меня просто интересно, смотрите. Я видел, что был один чел только в стороже все это время. И я не знаю вообще ни одну мотивацию, например, медным нажимать винты в стороже и, блять, выходить. Чувак, тебе я говорю и ДЦС. Мы стоим оба на астероидах. Мы оба видели анимацию винта, и после чего убегает... Ну, подожди, а вы видели... Кафетерия, блять, алло, они из винтов. А почему Макич молчит? Так винты в кафетерии, блять! В правом нижнем углу меня не было там. Вернее, в правом нижнем. Я был в правом верхнем. Я сделал... Вообще, Макич. Не было тебя в правом... Все, в медную, Все, ББ. А ты где был? Ладно, я еблан, но я верю. Я скипнул. Я не знаю. Почему мне, ну... Паш, ты еблан. Ну, мы не дали, кстати, слово сказать. Ну, нет ни единой мотивации это делать. Ну, то есть, блядь, в каком приколе это надо быть, чтобы это сделать?
Кто сейчас в столовке? Я не знаю, кто в столовке, но за нами в админку из столовки прибежал Миша, мега Миша. Это... Да, это так. Не-не-не, Женя, это Миша. Неправда. Нет, стой. Если это ты Миша. Нашел... Подожди, стой. Если ты нашел в столовке перед входом в оружейку, это точно я, потому что я с медичкой побежал вниз. Я последним бежал. Это да, точно это ты и убил Пашу? Нет, это нет. Это 100% не я. Хорошо, кто где? Я мы в админке. Шадрич. Доцеша, я... Кто друг друга может подтвердить? Я Шадрича. Я подбегал. Короче. Так, Доце с Шадричем белые. Кто еще друг друга может подтвердить? Ну, Шадрич и я там был в админке. Он просто... Ты потом прибежал. Значит, это Миша, блядь. Все. Не я это, блядь. Бля, это мать... Миша сегодня все время на меня пытается вкинуть. Это Миша. Это Миша. Мак, это, блядь, это 100%. Ну, Пашу только что убили, блядь. А если и Фокс отмалчивается, забей. Блять, серьезно? Блять. Да ты пиздец, жир, блять. Сам сказал только что убили, говорит Миша. У нас вчера такая же тема была уже с Макатау. Пацаны, охуенно винтуюсь, просто. Нет. Ну, блять, была анимация винтов, и ты к нам первый зачем. Блять, что было? Макатау это было с любого винтоваса Макатау. Блять, а как ты-то не увидел, кто винтуется, блять? Вот самый главный прикол, каким хуем ты не увидел, блять? Мы блядь, видим, мы видим на стероидах стоим, видим. Там, блять, рейндж ебать. А, и ты выходишь ебать, как можно не увидеть? Типа, ебаный рот, блять. Портить, я уже, блядь, уже как 100 лет, блядь, стоял и листики выкидывал. Охуеть, блядь. У вас чел винтанулся после того, как, блядь, я уже пробегал, блядь. Нихуя. 100% кики в скобочках 0, блядь. Ты как раз там стоял и там чел винтанулся. Какая падла дергает рубильники в щитовой, не дает включить, блядь. Я специально не дергал, стоял. Я просто стоял, смотрел в пикселе 4 челов. Где ты труп нашел? Навигация или где? Блять, ну как в прошлое можно было кикнуть Медного и Мишу? Ну они же 100%, блять! И как это оказался Слайд Фокс? Не, мы потом зеленого, когда свет выключили. Как, если он наверху стоит все время, блядь. Он побежал вправо, я не доделал квесты, и он труп. Ебать, я нихуя не понял абсолютно. Где был Слайд Фокс? Он мне объяснил. Он был наверх Фокса Джина. Джин Макатау, а ты где был? Да, Макатау. Макатау, а ты где был? Ну вот, как раз его и кончили, кстати. Ну это получается Шадрич, Алим или Доцес? Кто из них? Поем. В смысле Алим? Я стою в электре с челами, блядь! Почему тут электро? Ты дурак нахуй вообще! Ты последний побежал в электро. Вот нас пятеро было, типа, мы с Мишей стоим квесты делаем. Машинаторы ебаные. Блять, не стыдно машинить-то, сука. Нормально. Пашу ебанули, все, кайф. А, стоп, а на сколько уже киллов здесь? Понял. 3 здесь получается. 3. Кто прибежал на нижний кислород? Я скажу, где труп, кто где пробегал, вот когда загорелась сирена. С электро побежал через столовку, я с электро со столовку. Бежал. Я встретил Слэй Фокс со стороны медички бежал. Миша снизу справа со стороны админки поднимался. Ну да, да, только я там трупа не видел. Как ты мог его не увидеть, если ты бежал на верхний кислород? Ну да, с электро... Да я не видел труп справа, значит там, его только там до меня нет. Сделали, секунду, прям, вчера, я не знаю, за секунду, когда ты увидел. Тогда это либо... Сзади меня никто не бежал, Слэй Фокс со стороны столовки бежал. Я прибежал сверху. Ну это либо ДЦС, либо Миша. Типа другого просто не дано. Чё за логика, чел, я ввожу, блядь. Хорошо, кто в админку пробежал? Не, я голосую в Мишу, ебать, он передо мной снизу прибежал. Забегал, и ты не репортишь. Эван 100% забегал ко мне в админку. Он после убежал, этого... я с тобой потупил и ушел. Вот ты ушел куда? Да, блядь, наверх на кислород, через кафетерий. Чё за хуйню вы несёте? Где пробегал... труп? Вот пиксель прям мне скажи. Вот прям, блядь, между стенкой и столом, блядь. Если ты пробегал наверх, это невозможно не зайдя в ДЦ. Я в Миш. Блядь, это, кажется, селф-репорт меня ебашит просто. Я в ДЦ, да, это 100%. Как, блядь, что нахуй? Что, блядь?
Это 100% он. Ну что, ты сразу читать, что это? Я как там он? Опять, блядь, меня кикнуть, нахуй собачьи хотят. Подожди! Мне сейчас просто выкинуло. Изи 4 кила в скобочках 3, блядь. Как же легко стало играть, когда я винтал ливнул. Да я не ливал, мне как бы кикнуло. Да я понял, что... Вот вы запомните мою первую речь, я вам сказал, блядь, ну ладно, там всем похуй. Это последний игрок, кстати. Братан, нам похуй вообще. Вообще похую все. Дурак, блядь, я труп нашел в медичке. Я знаю, ты только делаешь, что трупы находишь. Ну в смысле, он бля, прям Сэм, был ты на скане. Надо было голосовать в Мишу. Ты чё, Майк, ты чё несёшь? Ты сказал Сэвен, что сверху пришёл, ты чё, блядь? Ты на камерах стоишь-то, да получается Сэм, ты, блядь? У тебя всё нормально? Да вроде не жалуюсь. Или что, ты от него... Да ладно, ебать, ладно, он ему блядь, надежду я разносец виноградом был, я так просто, ну типа... Ебать, ты ему надежду давал! Но он сам меня вкинул, нахуй! Я сегодня увидел, что... Ломыч, знаешь, кто начал в ПЭшку играть? Годхант? Годхант начал в ПЭшку играть. Годхантер, ага. Ничего. Ничего, просто так. В ПОЕ все будут играть, нахуй, скоро. Все, нахуй. Голосуйте за меня, если буду быть в ПОЕ. А если дьявол увидит то что и все. В смысле, все? В нее зайдут недельку, поиграют и выйдут, блядь. Все, нахуй. Я пытался. Эй, Дэнчик, спасибо тебе большое за полтыщи, благодарю тебя, добро, здоровья, Ломар Евгений, здорово, привет тебе, трудник, родин, блядь, тебе благословишь, если меня благословишь, чтобы у тебя все было, а у твоих врагов ничего не было, блядь, let's go. Сука, кто показания лишние дает, мрази, все, скипаем. А мне кажется, мы катала. Мне просто кажется, что он винтанулся. Потому что респ, на самом деле, сторидж, блядь. Ну, он умеет винтоваться. Я скипнул. Писаюсь, где хочу. Кто-то сказал, что он мусор снизу выкидывал. Вы мусоры все, поехали. Говорит Миша, говорит, вы все мусоры. Ой-о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 й-
побежал просто в другую сторону. Я встретил, с медички бежит Севен, побежал в админку, скорее так. всего. А я бегу в верхние двигатели, и возле коридора, ну, типа, в нижний, когда переход двигатель, там труп. А я встретил только одного Севена. Вот. А чё, Сэн, где был? Я, блядь, был делать ёбаные кубики в реакторе. Так. Я не успел подбежать, когда был этот саботаж. Я увидел почему-то Мишу, который пошел просто наверх. Все, и пошел наверх через кафетерий. И вижу, просто Миша опять уходит тупо налево в сторону медички и репортит чувак. Ну давайте в Сэна. Я вниз пошел, блядь. Хорошо, давайте второго выследим. Он вниз пошел. Он вниз пошел в админку. Второй Слайфокс, наверное. Он тоже наверху был. А Севен не дефался, да? Это мой корабль, да он дефался. Нет. Пытался. Ты плохо дефался, получил. Где ты, Жень, не в левой части? Чё, признаешься? Ты признаешься, либо я тебя разъебу сейчас? Алло. Так ты к кому обращаешься? Мэтт, где стоишь? Я на нижнем этом, на нижнем мусорке. Так, а ДЦС? Я сейчас сторож. Так. А Макич, ты же подтверждаешь, да, что ты с этим, да? Я не видел, я походу мусор сбрасывал, я не видел. Я помню, что я видел ДЦС и видел Итига. Я еще подумал, ты сейчас на ДЦС будешь разъебывать. Я еще... Вот, и я сбрасываю листья, и сейчас он говорит, что он на нижнем. Ну так что, ДЦС? Не скликнул, да, или что? Ты о чем вообще? Он прям при... ДЦС! Итига убили, ты с ним шел рядом! Итига... Я вообще не видел сначала. Мы с Итигой... Он мертв! Мы с Итигой идем заправлять канистру, и ДЦС прям при мне хуячит Итига. Ебать. Просто красиво, красиво, блядь. Увлекательное путешествие... Можно больше импостеров, блядь, пожалуйста. Легкое, да?
Я так понял, труп в реакторе. Ламыч, а куда ты побежал после того, как с медички вышел? Налево. Налево побежал по камерам. Ну а потом там, короче, труп в реакторе. После этого мне кажется, что это Ламыч, потому что это был вент-килл, он убивает типа, винтуется в реакторе, винтуется на верхний реактор и выходит оттуда, потому что я видел его модельку прям в этой области. Скорее всего, это вент-килл. Но я, если что, ушел вниз, и я не мог так сделать. Так не, как ты говоришь. Ты сейчас где, Ламыч, подожди. Я в свае, короче, Подождите, я заправлял канистру, убежал на админку и нет, там чуть дальше с вайфокс. Дэцис, я сейчас зарепортил и дайте этот. Да, Ламыч. дайте мы с вами. Я выпрямляю движок нижний, алло. Ты сейчас на верхнем? Что? Я говорю, я нижний движок выпрямляю. Вот эту так хуйню я, ставлю, так стрелку, так блядь. Так я тебя на верхнем видел. Прямо перед не мог меня видеть. Я и мог тебя увидеть. Понял, чуваки, это селф-репорт получается. Не-не-не, это Ламыч. Я верю Яме. Потому что тебе... Блядь! Это два мафа! Чуваки! Это два мафа! Они обузят эту хуйню, типа они чекнулись, поняли? Ебать, я в яму. Давай. Возле трупа... А я не мог вас проверить, потому что у меня нет меда, блядь. Понимаешь? Это они обузят эту хуйню. Короче, можете меня в размен, но они обузят эту хуйню. Типа мы почекнулись. Мы почекались, но мы вас убьем, сука. Женечка, ты когда стоял вместе со мной, ты видел, как я пробегал, вставал в очередь, блядь, если что. Ты мог это видеть? Чуваки, я был белый, они оба мафа. Да. Не пошло, блядь. А сейчас они вспомнят и такие, блядь, а давайте их обоих кикнем. Блять, я сейчас соржу, пиздец. Я не мог Мак еще не ебануть чат. Но он такая сладочка стоит вот здесь, блять. Я не мог. Чат, я не мог. Я не удержался вообще, блять. Я труп. Дацес, ты что делал сейчас? Я сейчас в коптере стою. А так я забегал в мидбей. Пробирочки запустить, и все, съебался. Терри. А Фокс, ты где был? Ну, я три раза чекнул Мишу, залил нижнюю двигатель, нижнюю канистру сделал, и пошел последний квестик сделал. Медный, давай скипнем, ну, типа, потому что у меня ласта... У тебя один квест, да? Это, скорее всего, Слай Фокс сделал. Так мы ревет скипаем, на четырех нельзя болтать. Это ДЦС, я вам говорил еще до этого. Я ДЦСа после Миши возле админки вообще ни разу не видел. Мы все равно скипаем. Блять, не поверили, да? Не поверили мне, да? Я вам правду говорил, что они мафы, блять. Я вам правду говорил. Я с вами играл. Я ж вам сказал, что это ДЦС. Слышишь, день импостера, блять. Клавиатуру в жопу засунь. Засунул, блять. За клаву ебали! На, блядь! Сука! Красиво. Кто еще был в оружейке? Жень вроде был. Я был. Ты куда побежал, Жень? После оружейки побежал качать файлы в связи. А где убить? Прям сейчас вот стою, качаю. Да, труп прям у навигации. Прям в навигации. Я не заходил в навигацию. Гайс, это... Я считаю, что это либо Ламыч, либо ДЦС. А ты где был? Я в электрике, блядь, стою. Так. Либо Ламыч, либо ДЦС. Но что-то ДЦС обычно, он что-то так не реагирует. Мне кажется, это Ламыч. Он типа ушел в связь, ушел он через право. Там винтики прыгает в навигашку, убивает и прыгает обратно. Типа для меня это не Ламыч. Так я не влезу в вент, блядь. Сейчас. Он сейчас, да, блядь, чувак. Но мы можем... Чувак, блядь. Он в прошлый раз меня ёбнул по такой же схеме. Я Ламыч. По какой такой же, блядь? Я скипну нахуй. Я честно. По какой такой же, блядь? Когда ты вылез из винтов сверху. Ебать вы долбоёбы, челы, блядь. Ебать вы долбоёбы, блядь. Сука, я его захуячу сейчас, Мне похуй. Блядь.
Вы че, даблкил зафейлили, что ли, Слайфокс? Да нет, это лампочка, ёбну. Чуваки, что произошло? Покажи. Баллончики в космос. В смысле, пока? Зачем ты Макатау убил? Я его не убивал, в смысле? Давай, Жень, чистосердечно. Я отключил реактор, вы чё? Ну и чё? Потом пиксельнулось дохуя челов, блядь, и всё. Алло? Может, кто-нибудь скажет что-нибудь, блядь, нятное? Кто там был, пусти и рассказывай. Ну, там был я и Слайфокс, я зарепортил, меня просто на глазах убили, но там три модельки стояло, типа, стоял Макатау, Слайфокс. Так вот именно, блядь, я конкретно ничего не увидел. Но Ламыч был... Как Ламыч дэшнулся. Ламыч был подозрительный с прошлого раунда, типа, нихуя поэтому... Нихуя ты дэшер. Блядь, я подозрительный в том, что я ушел в соло-квесты делать, блядь, вы чё? Не, если чё, меня просто прям на глазах убили. Меняйте. Не, ну... Не-не-не, это смысл это разменивать, типа, да он еще прям при нас убил, да воу ты мои гонекс. Почему я-то? Вот вы даже сами сказали, блядь, челы в пикселе стоят. Блядь, ну это Ламыч убил, это точно, блядь. Не знаю, потом, я на это Ламыч. Да Ламыч это, блядь. Да Ламыч это нахуй. Ладно, давай разберем, ладно, давай. Да это Ламыч, блядь. Первого Ламыч мы тогда кикаем, потом Слайфокс. Да Ламыч это, блядь, да? Да не то Ламыч это. Отвечаю нахуй. Да это Ламыч, блядь. Да это Ламыч, нахуй. Да Ламыч это, блядь, да это Ламыч, нахуй. Да это, блядь, это Ламыч, нахуй. Да Ламыч это, блядь, да это Ламыч, да Ламыч это, ёбаный. Да Ламыч это, ебать. Да, блядь, это Ламыч, нахуй. Четыре чела в пикселе, похуй, это Ламыч. Но я не удержался, Макича опять, ебану. Сука. Сидит, блядь, пиздит, я не удержался. Сука, не могу, я не могу поддаться соблазну, блядь. Труп связи только что и убил Итига Медного. Итига, будешь дропиться? Кимните скорее, пожалуйста. В смысле, тебе килл Макатау не понравился? Нет, мне не понравилось то, что я не успел в эту машину, блядь, подключиться. Куда? Какую машину? Не успел подключиться в машину. Какую машину, блядь? Ты не можешь размутаться в Дисе, блядь? Или что? Какую машину? Это маршрутка, которая уходит, а он такой, остановись! Блядь! Остановись! Да, маршрутка, которая туда навигация встает, два такие. Нажми что-нибудь, блядь. Две твари такие приходят в навигацию, такой, знаешь, меня один хуярит, это же они хуярит. И двое винтятся просто одновременно. Хуяк ушли в землю. Блять, а я второй раз не держался, Максим, уебаться вообще. Блять, я специально побежал с ямой, я знал, что ты меня будешь сейчас ебашить. Я не мог удержаться, блять, не мог, нахуй. Потом я вижу, что ты сверху убегаешь, я уже ничего не мог сделать. Меня просто разъебал в толпе, блять, что нахуй? Ты охуел, блять. Мне было похуй абсолютно. Короче, это Дацес. Дацес, да. Ты только что убегал с скилла, типа, чё? Ладно. Ты о чём? Да, короче... Вот когда он говорит, ты о чём, то он стопрозывает. Это все пиздёшь, я все. Это как все катки, Жень, ты говоришь, как же, как же. Кто там, Шадрич, и кто еще там с ним бежал? Яма, кто? Ну да. Да, вот это два пиздобова, срезайте после меня. Не, я, конечно, понимаю, на 7 его узнать нельзя, но Дацес, типа, это мега, ну, это забейте. Вы сейчас с прошлого раунда был подозрительный. Да всё, блядь, вы два мафа, хули вы пиздите. Всё, это, блядь, это нахуэлью, блядь, тигр тайр, блядь. ГГ проебали, белого уебали, всё. Второй белый станчик. Да вы ебланы, что ли? Пацаны, Севен на моих глазах уебал Мишу. Я только что включал свет. Я начал выходить из этой точки, ты только что ебнул, по Мегамишу ебнул. Так что не надо отмазываться, братан. Не знаю, я зашел в астероиды в пикселях. Да-да-да. И труп. Чел, я с Ламычем бегал всю игру, блядь. Я себя хотел уебать. Я Сэна поддерживаю. Ну, я с Ямой бегал всю игру. Давай, вселенная ждет тебя. Пока. Пока. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Дацес, это... А, в смысле? Это не я. Яй-яй-яй-яй-яй! Да все они, блядь. Я мирный, сука, был. Эй-эй-эй-эй-эй! Блять, как перестать орать, как мудак!
Не, можете, конечно, меня шотать, но мне кажется, что это Миша, потому что он увидел, что я бегу, и зарепортил труп. Вы все поняли, да, все? Понял. Поехали, Белого. Я даже объяснять не буду. Тут, конечно, надо тебе объяснять, если я тебя волтую, блядь. Какая песня хорошая, не представляете. Так, а че, вот я, сейчас я, послушаешь, заебись, Миш. В смысле? Чековок, блин, класс. Слэй Фокс пизданул, че, о чем речь? Это какой размен, успокойтесь, и какого размена, блядь? Просто Слэй Фокса кикать и все. Он у нас его оправдывается, еще даже я ничего не сказал, алло. Хорошо, хорошо. Я с правой части с вас был возле админки, а потом Слэй Фокс там встретил. Вот четвером мы там справа внизу были. Идите нахуй. Миша, открой. Твой рот. Ебать, прям на глазах смотрели Женю, сука, на входе, ну, типа, в левую часть с этого, с кафетерия. Блять, не увидел кто. Ну, мы с Шадричем почти в реакторе. А, ебать, да, да. А еще смотрели яму, получается, у нас дабл. Я говорю, разменять, как вот этот мёд, он на меня. Я готов, я готов, если что, в размену идти, вообще на изи. Да, да, готов он, блять. Тогда руки в мёдно. Миша не был импостером. Это Слэй Фокс, блять. Это Слэй Фокс. Миша не был импостером. Блять, Миша всегда так говорит, как будто он вообще типа. Все, как я? Как я? Бля, заебись репорт. Заебись репорт. Я такой руина, бля, сорян. Заебись репорт, бля. Я пиздец сидел, думал, кинуть тебе, блядь, саботаж на О2 или нет, но ты сам кинул. Я промолчу про эту катку просто. Миш, ну ты всегда говоришь так, как будто ты, сука, всегда импостер. Ну ты не понимаешь этого? Ты нормальный человек, ты мне объясни. Это опять в тебе импостер сейчас заговорил, понимаешь? Слэй Фокс. Блядь, зачем ты убегаешь от трупа, скажи мне? Какого он убегает со связи, блядь, выбежал? Бежал наверх, побежал. Овца, блядь. Я, блядь, бегу. Ты бежишь, блядь, возле трупа, нахуй. Не портишь его, блядь. Овца, блядь. Сука. Красиво. Я в ахуе. Не, вы, конечно, долбоебы, пиздец. Блять, сука, долбоёб. Блять. А, 2 килла по пути в шилды из навигации. Значит, Макатава я не знаю. Я точно знаю, что это не я. Но Макич был там, Макич был в той стороне. Да. И пробегал через труп, он сам это сказал. Ну и был, и что? Но у тебя вечно, блять, если ты там был, то ты мав, ты 2 раза уже так объёбывался. Бегите, час, сейчас взорвемся! В общем, кто сейчас? Миша, Саня и кто-то еще там? Ну, то, что ты загружал. Ты первую карточку сделал. В админке. Нет, я же с тобой бежал снизу. Он объебался в том, что он уже был на шилдах. Да, он в первом раунде на шилдах. И теперь и он говорит, объебок что получается. Да, его слил свой же импостер. Единственное, что объебался, то что оказался с Севеном в рядом, когда он... А я такой уже вижу труп и Маката, он мне на ебло садится. Миша, что ты делал с начала раунда, расскажи. Трактор сейчас побежал, починил. Не-не-не, не сейчас, не сейчас, не сейчас. В прошлом раунде. Ладно. Сейчас кипаем, я, короче, с этим бегаю. Если я вмираю, то это он. Так, это сейчас не Тига, потому что мы с ним фул раунд в кафетерии были. В смысле? Это либо медно, либо яма выходит. Там блядь, ебать сколько, ну... там ебать сколько времени, я блядь, в яму, прошло. Короче, я голосую в яму. Все, давай. Но, блядь, я бы и яму, и мёд. Блядь, это изи. Ладно, похуй. Мы проебали.
из... Труп в щитах. Ну, блядь, это синий, потому что он съебался от меня, ушел в сторону щитов. Ты алкаш? Я ну, сейчас я... слева меня Севен видел на камерах только что. Я мимо Макатавы только что прошел. На левом ниже. Почесать жипом, но я столько хуем. Все, иду чесать хуем. Был, ты с ним был или нет? Можешь подходить? Вы труп нашли вдвоем? Последнюю секунду, да, вдвоем. А чё ты не ответил сразу? Ой, я... Вы, блядь, спрашивали? Я спрашивал, блядь! Я вам пока. Вы проиграли. Чисто, блядь. Мент под прикрытием в гражданском, блядь. Ты чё, сука, импостер? Так. Ой, блядь. Кто реактор не нижний пофиксит? Мега Михуил, давай, блядь, покажи мясо. Не! Ой, блядь, какой герой. И он выключил. И он выключил, блядь, у него откадышился килл. Ему откадышился килл, он выглядел кислород и не пизданул медного. Это Миша, я вам говорю. Я, короче, стоял на админке, смотрел карту. Я вам говорю, блядь. Видел двух типов в электрику. Отвечаю. Хуяк, один чел с электро пропадает, появляется в этом, ну, короче, на мид-бе, который сверху. Я мид-бе. С медным, я О2 я... починил, потом медный прибежал, да, бежу да, в курс. Да, чё, да-да-да, медный подтвердит. Я какой-то О2 починил. Меня... Верхний. У меня есть один вопрос к мистеру Макатаве. А скажите, шо? Пожалуйста, что вы делали в этом раунде? Ты долбоёб, что ли? Ты со мной бегал. А скажи мне, почему, когда ты стал заливать верхний двигатель, когда ты отбежал, таз не сдвинулся? Блять, не знаю. Руку в Мишу и победили. Давай-то все. Не знаю, потому что он может не засчитывается, пока ты два бензина, блядь, не зальёшь. Ты что несёшь бред какой-то? Нет, подождите, парни, короче, у меня осталось квеста 4-5. Надо так иди их делай, блядь, мы уже выиграли, нахуй ты ходишь за мной, блядь? Ты, блядь, ты у меня спрашиваешь, что я делаю, при том, что я без тебя пасать в углу не могу. Ты что, издеваешься? Сделай свой ебучий квест на своей ебучей навигации, блядь. Реакторе. Да? И ты отходишь, но таск не двигается. Ты хочешь сказать, ты мискликнул или что у тебя произошло там? Я что не мискликал? Ты, блядь, баламутишь воду, ты, блядь, не туда воюешь вообще. Да. Ты не туда да, воюешь, да. Блядь. Давай, переубеди меня, блядь. Я просто не буду, я просто скипну. Блядь, шотните в Мишу, блядь. Киньте, этих... сука, руку в Мишу, нет, блядь, скипаю, и пойдем next. Скипаю, я ни Доцессу не доверяю, ни Медному не доверяю, ни Мишу. Блядь, я стою, сука, на карте, блядь. Два типа в электре, один чел с электро резко попадает. Так, Доцесс, сколько заданий сделал? Сколько заданий сделал? Я все, блядь, сделал. Все, отлично, бегай тогда с Мишей, я бегаю с Медным. Блядь, Руслан. Кинь в Мишу сейчас и сразу закончим. Я тебя, блядь, прошу. Не-не-не-не, скип. Да нахуй вы тянете, блядь. Скип. Я вам, сука, все улики, блядь, привел. Какие что ты вы... нахуй улики привел, ты мне скажи. Блядь, чел, если я стою, я блядь, на два, карте. Блядь, да чиню первый. Блядь. Нахуй мне саботаж делать. Макис, чтобы, блядь, не спалил. Макис, очко ставишь, что ты не маф? Такую хуйню нельзя спрашивать, блядь, на таких играх. Ты что, блядь? Ты все нормально? За грубость извини, извини, что грубанул. Ты не долбоёб. Я долбоёб. Ну нахуй иди. Чара, блядь. Миша, руби их нахуй. Трипл килл делай, блядь. Ну ебать, давай нахуй. Ну я же вижу, рука дергается, блядь. Чисто захуячить, падаль. Так, так, сейчас будет убийство. Октав? Доцесс? Мегамиш? Октав? Мактал, какао, медный. Молодец, блядь, Миша, спасибо, что... Типа, не, я просто, я просто четко видел, как Миша убил. Мне даже да ничего не надо, я прям сам видел. Да, ДЦС, ДЦС забанен, больше не участвует в этих патях. Понял. Если тебя, вас если... убили, завалите ебало. Член! Член!
Я все понимаю, это выглядит пиздец, как подозрительно, чуваки, но я нашел Макатаву. Для тех, кто не понял, да, Миш, я не пиздил Макатаву. Хорошо? Кого ты последним видел? Пока верю, пока верю. Хорошо, спасибо. Севен самый подозрительный, если что, потому что он говорит, что он сейчас стоит в камерах. Окей, Севен, что ты делал с начала раунда, тебе 20 секунд? Я пошел, как его, вспомнить бы. Сложно, Севен. Давай на 8 выутим Севена, типа, самый подозрительный. Ну давай, хорошо, но я бы все равно лучше воутал в кло, потому что труп очень удобно стоит для чела, который стоял в камерах. Блять, Миш, ну ты хуйлан. Чьеблан, блядь. Итика я видел последний раз в ранили... Ой, в сторидже. Побежал через связь наверх, но Итика со мной уже не бежал. Короче, Саня, рассказываю. Последним, кого я видел, это был Ламыч вместе с Мишей. Они побежали в сторону... Точнее, в сторону кафетерия побежал Ламыч, и за ним просто Мега Миша. Нет, я за ними бежал. Я же вообще всю игру не видел. Ну, нет, ты его видел. Ты его видел на вейпинах. Стой. Я вообще яму не видел всю игру. Я вообще никого не видел. Я типа по Саню увидел, когда он с реактора выходил, а я забежал у него. Миша, ну, откуда, Мишечка, ты пришел, кстати? Вот, я на камерах был. Я был на камерах. И камеры работали, я видел. Ну, вы и Ламыч, ты не видел, хочешь сказать, да? Нет. Я не видел его там. Я в кло тоже завоутал. Я просто не понял, почему Миша говорит, что он был, блядь, на камерах, но... И Миша тоже очень странный. Он даже Ламыч говорит, что... Сейчас проебали или нет? Было 2 килла. Че, яме пизда. Ой, яма, блядь. Мишечка, хочется сказать, почему тупик вместо моего любимого друга из Апекса яма находится в секурити, а ты туда бежишь, а потом, когда я начинаю туда бежать, разворачиваешься, бежишь за мной, останавливаешься на месте, выключается свет. Подожди, а смысл мне за тобой бежать, слышь? Вот смысл мне за тобой бежать? Подожди, ну ты ж почему-то начал бежать, а потом остановился. Ну, я побежал обратно. Короче, потому что свет выключил. Я сказал всю инфу, что надо. Какую инфу ты чего сказал? Ты то же самое мог сделать, думай. Типа... Яма типа... еще говорил, что это Миша, скорее всего. И добежал до нижнего реактора. Ты говорил, подожди. Заткнись, меня спрашивают. До нижнего реактора мы добежали, я разворачиваюсь, бегу, электричество, свет выключили, и Саня репортит, все. А, напоминаю, блядь, что он сказал, что он не побежал за мной, все, на этом закончу. Хорош. Бра! У меня важная информация, Саня, очень важная информация. У меня не очень важная информация, послушайте ее, блядь. Я вместе с Кло в начале раунда стояли в мидбэе. Я думал, мы с ним расчекаемся. Я стоял, сканился, Кло что-то подходил. Я думал, у него есть квест, но у него он не было. Потом мы пошли на верхний реактор, заправили его. И с тех пор он сдох. Блядь, очень важная инфа, блядь. Нихуя нам не дала, спасибо. Миша, ты где? В смысле не дала? Я в Макатау, нахуй. Вот только входишь в электрику, он вот прям... А, точно, Макиш, ты в мидбэе кого хотел убить, меня или Кло? Нет, я зашел, короче, я просто была сканка, я думал, что я дам сигнал, что кто-нибудь со мной пойдет. Если что, Севена надо будет вышибать. Ну и смотрим сейчас по обстоятельству. Так, умер Мега Мишка. Мега Мишка. Я в электре делал квесты, прямо у меня перед ебалом стоит Севен в конце раунда. Севен в сторидже, а я в коридоре. Между нами была дверь закрыта. Окей, если Макатава не мертв, то Ичига. Это Ичига остался, потому что мы вместе были. Убиваем его на... Да, закончили. Ну что, подожди, может, не ДФЦ, Ичига, может, не ДФЦ. Подожди. Боже, это был Лабыч, подожди. Ичига, блять, не, я в тебя. Тихо, пошел тихо, нахуй, это скажу, ты по-любому, блядь. Сайонара, блядь. Смотри, видишь, Ламыч, это мог бы реально быть Ламыч. Еще я рассказываю, что ты делал там. Я, блядь, по всей карте всех резал, блядь, как бы. Слушай, верю, блядь. Бля, это не Итика, это не Итика. Бамы просто, блядь, ваншотный реактор, нахуй. Слышите, парни? Б***ь,
блядь, долбоёб. Так, а вот это мне уже не нравится, потому что стреляла по метеоритам я, медный был рядом со мной. Я и прибежал вот вы вдвоем тогда... кидываете в меня, я прибежал и мне уже это странно. Подожди. Слушай, а может быть ты сверху пришел с люков? И набрасываешь на да, меня? Да, да, да. Мне уже выгодно? Сегодня это предъявляли, что я с люков пришел. Хватит. Стоп, если ты стрелял, ты должна была видеть, потому что там прозрачная, да, 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 типа... Вот я... Царевна, Шаверна, давай. Блядь, дай сюда, слушай. Она же мигает. Магич, что ли, я мискликнул, что она в тебя. Она же мигает. Я тоже не попал. Блядь, такая шаверна, блядь. Я сошла с лица? Да, да, да. Попудрись так. Она же мигает. Ебать. Вы понимаете отговорку? Уровень отговорки. Ну она же, блядь, мигает. В смысле, это твой фокус зрения сбивает или чё? Там все видно, один хуй. Там все видно вообще. Стоит ФК. Опа, сын роли! Винтанулся. Сань, что-нибудь скажешь свое оправдание, не? Классный селфи-репорт, бро. Зачем? А ты зачем голосовал за него? Зачем так палишься? Боизи, походу. А, ебать, у меня квест. Севен, как ты оказался в админ? Прошел через низ. Так, теперь летаем за могучим героем под ником Севен. Се-7-Н. Ой, ебать. Ой, ебашь, пиздец, герь, блин. Ты думаю, ты понял, Майкич. Что ты маф? Нет, то что... Ты маму маф, блядь. А зачем ты в меня голосуешь? Тебе надо в яму голосовать. Мало ли я ебоглаз и реально в него отдам голос. Блядь, это такая невезуха, когда сейчас Sly Fox из угла выбежал. Предсказуемо, шаверму кикнули вначале ни за что, блядь. Меня Севен убил настолько тупорыло! Это пиздец! И, блядь, и они сидят еще это обсуждают. Вы че, блядь? Он у нас, блядь, максимально тупорылищий килл, блядь. Блядь, ща-ща. Севен, чекни чат мертвых. А кто где? Двух челов убили БТВ. Блядь, это либо Яма Ламыч, либо... У Ямыч, блядь. Либо объясняем. Действительно Кло Тигр. Блядь, это ёбаный селф, потому что чел говорит, что он делает... Это селф. Кого вкидываем? Я в эти минуты, блядь. Нам приходится думать немножко. Блядь, любой третий импостер, короче. Похуй, ла. Проебали ГГ. А чё ГГ, я не понял. Чё раз ГГ ходили? Гуси? Да, блядь, хуим, потому что. Алим хуим, блядь. Алиме, хулиме, альве, блядь. А чё ты меня не убил-то, хули, в электре, сука? Ебантяевка, блядь. А, тут вообще понял. Ебать, я всех убил, ебаный рот. Какая соль, я шо. Просто всех вырезал. Блядь, всё, это лаз, в принципе. Блядь, чел, чел, чуваки, блядь. Не. Нашел труп в электро, на встрече мне убежал Саня. Говори. Пострелял астероиды, потом началась та хуета, я бэкнул, хуету хуйнул и пошел выравнивать хуйню. Класс. Грамотно. Справедливо, да? А так сложно было, да? При мне белый убил Макатава, ментанулся. Просто инста. В смысле, я в навигации была. Не-не-не, не надо. Так, ты за мной бегал, ты за мной бегал, ты смотрел, как я делала два квеста, потом за мной побежал в навигацию. Может ну, быть, у тебя был ДВ, я не знаю. Это, но короче, это белый, она при мне ментанулась. Просто при мне ментанулась. Это, кстати, был okay. Даблкил, еще кого-то может убили. Быть, okay. Может быть, ты на меня накидываешь сейчас? Ичи убили, ичи ты, я говорю, что чел при мне ментанулся и убил. А, да, я знаю. Так воутай, блядь. Мне кажется, ты накидываешь. Ну, типа, я знаю, что я еще даже... Смотри, смотри. А где ты нашел труп, скажи? Так. Где ты нашел труп? Я шелдак. Так. Ты в админке сколько простоял?
Ты же, наверное, должен был. Ты на, 20-30. Ты на столешнице посмотрел же, скорее всего, правильно? Ты же стоял, смотрел. Ты видел, ну там реально винтовался или нет, чел? Так я пытаюсь сейчас выяснить, я никогда не играл от админки. И я пытаюсь выяснить, как управлять вообще этим инструментом, потому что чуваки, которые постоянно стоят на админке и контролят, они что-то дохуя знают всегда. Ну, я сейчас пробую так играть. Ты разве когда на админке был, ты не видел, что я в навигации была? Я там видел чувачков, видно, которые туда-сюда дрыгаются, и я понял, что нахуй не встану, блядь, в админке больше. Короче, вот и все верно пока. Скорее всего, блять, она решила понажимать хуету. О, да. Так, труп... это достаточно просто. Труп в электричке. Значит... Это не Саня, потому что я его видел сейчас там, где чинится. Окей. Передо мной просто, ну, кто-то ёбнул яму, и этот чел просто прыгнул в люк. Ну, это такой же я с Саней стоял изначально в самом начале раунда. Ну да, я в винтах сижу. А что, проблемы какие-то? Ладно, я бы вот выключу, ладно. И вижу, как Севен селф-репортает чела. Ладно. Чё, а какие проблемы? Не понял. Не, проблем нет. Ладно. Все хорошо. Не понял. А можно, шаверма, а можно не нажимать хуйню свою, блядь, когда мертвая? Какое, блядь, электричество? Какое, блядь, электричество? Я понимаю, что я уже тут не выйду, она меня ждет. И я такой, я буду максимально время тянуть, я тебе... Я бы с радостью ее там завалил, но... Как же вы меня не любите? Я не знаю, кто ее убил, но это просто инстакилл на вейпенах. Просто инстакилл. Смотри, вот еще и ты один в кокпите стоишь, да? Да, я один. Я сразу сказал. У меня два куста туда пропало. Так. Ладно, что тут просто такая ситуация. А теперь вопрос охуенный. Я что, блядь, суицидник, говорить, где рядом с киллом? Сначала раунд уже дохуя времени прошел, значит, ты либо должен был делать пушки. В смысле, дохуя даже 10 секунд не прошло? Дохуя времени, блядь! Я только зашел в кокпит, блядь! Охуеть! Да хуя времени! Уже прошло секунд 30, блядь, сначала раунда. Какие, блядь! Все, пизду, я в себя голосую, блядь. Ну, вообще, Ламыч максимально подозрительный. Чуть не знаю. Максимально подозрительный. Максимально. Бля, у меня ёбнет. Я голосую в Ламу, чем бегает за мной, ну нахуй. Так я бегаю, чтобы отбиться, отъебись, чел. От меня, блядь. Отъебись от меня. Я знаю, бегаю, как это было в прошлой отбиться. Игре. Я знаю, как это было в прошлой игре, блядь. В итоге ты меня зарезал, нахуй. Чел, если бы я тебя хотел уебать, я бы сейчас нажал саботаж и на похуй бы тебя хуйнул. Ты, блядь, забыл, что ли? Ты меня как я тебе на похуй хуйнул при шестерых челах в реакторе? Блядь. Ты хотел меня в темном переулке завалить, я тебе не верю, не ходи со мной. Пизду, я в себя нажал, мне похуй. Я скипну. Охуенный довод опять, блядь. Скипните, пожалуйста. Я наоборот за ним бегаю, чтобы, блядь, отбелиться нахуй. Не надо, блядь, за мной бегать. А с кем? Ну все, мы с Матшо бегаем, блядь. Там это не Ламыч. Кто в навигации? Алло, я с Матшо, блядь. Я с Женей, мы не на нижнего двигателя. Ламыч, когда ты перестал бегать за Макатау? Так он сам сказал, блядь, не бегай за мной, окей. Он сдох нахуй все равно, блядь. А что ты сделал в навигации? Потыкал курс на корабле. А потом? Спустился в шелды. А потом? А потом? Еле-еле добежал вроде бы, да, до сторожа. Кло сейчас стоял на ёбаных щитках и не давал как включить свет. А да не так, а вон, блин, алё. Не, в этой игре это вообще не довод, типа, заблить. Потому что пинг очень жесткий. Нельзя кло. Верхний О2. Ламыч мёдный. Кло стоят сейчас...
со мной в электрике. Санечка, ты где? Что, я на камерах тебя видел. Where are you? Я из админки выходил. Севен, ты где? Я подходил к Сане как бы на камерах. Ну, то вы же все вместе, наверное, бежали туда. Я не могу его убить, потому что сразу же поймут, что это я. Зачем я сделал этот мув тупейший? Блять, зачем я сделал этот мув, сука? Мне просто интересно. Хуяма жив. Мне просто интересно стало. Да-да, все живы. Я не знаю, как убить, когда, блять, клон хуйню нажимает все. Ой, блять, рука что-то дрогнула нахуй. Бля, Жень, ну нахуя ты, блять? Да ебаный кло сидит там хуйню свою тыкает, блять. Вы вообще ебазавры, что ли? Вы блядь, когда сдохли, блять, вообще ничего не нажимаете. Жень. Блять, а кто? Третий импостер, блять, связь нажал. Я никогда в жизни связь не нажимаю. Блять. Если что. Гениально, то, нахуй. Просто, не, я сдался просто, это пиздец. Мне просто 4 таска остается, я вообще смотрю, невозможно, ты бегаешь, блять. Что мадемуазель, что кло, блять. Да какая нахуй разница? Это полоска тасков не работает, блять. Мы белых вышвыривали по этой полоске тасков, блять, миллиард пропачками, блять. Мы на нее уже не опираемся просто. Сука, ой, блять, все, пока. Вот чего нахуй летай своей привиденькой, ебаной, сраной, драной, обосратой, облёной, обдристанной, блять. Ой, блять, чатик, нахуй. Спасибо вам за компанию. Счастья, здоровья вам. Благополучие, семейного благосостояния, чтобы это, блядь, это то самое, блядь, то все, блядь. Спасибочки. Чатик. Доброй ночи. Всем пока. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.